больше какой-то ежик получился. Так, подровняй там носик у него, да. Ежик какой-то. Да. Так, смотрим, значит, у клубнички у нас вот здесь, вот видишь, вот у нас кругленько, да? А у тебя тут вот не сильно кругленько. Давай вот так вот закругляй вот тут. Закругляй посильно. Вот так вот? Да. В правую ручку возьмешь карандашик? Я левую люблю. Только зеленые листики. Хорошо ты сделал. О, вот так, надо еще. Вот это внутри вот стирай вот это все лишнее. Карандашик можешь положить, если мешает. Да, все, смотри, как там листики и рисуй. Так, теперь тебе тоже надо листики нарисовать. Вот видишь, рисуй вот этот дальний листик один. Вот он, у тебя один дальний листик рисуй. Смотри, как там, и рисуй точно такой же. Вот такой. Вот, смотри, тут он подлиннее, сделай его тоже подлиннее. Чуть-чуть повыше сделай, да, пошире, повыше. Вот, вот сейчас на листик больше похож. Следующий листик вот этот рисуй рядышком. Угу. И вот смотри, он вверху как бы закругляется. Ты его и сделай повыше, и сделай вот закругление. Молодец. И еще раз обведи, где нужно, там обведи вот эту полоску. И даже можно вот тут вот пошире, вот сюда вот так провести. Вот угу. Пошире? Да, и остренький кончик. Вот, молодец. Все, оставляй, красивый листик получился. Да, умница. Так, один вот этот лист нарисовал. Теперь вот этот, он вверх смотрит. И у него тоже остренький носик. Здесь он пошире, да, вот тут он начинается широкий. А сюда вот острый носик. Давай рисуй. Тут начинается широкий? Да, широкий и острый носик. Вот так. Вот, вот такая клубника. Так, и один листик, вот этот, давай мы его сделаем, что он вот сюда вот торчит, вверх вот так, треугольничком, вверх и сюда. Вот этот кого-то, как будто он сюда вот торчит. Вот отсюда начинаются, вот отсюда и вверх. Вот отсюда? Да. И вверх? Да. И остренький, да, хвостиком. И остренький. Да, вот так вот. А вот эту лишнюю сотри, да-да. Еще, наверное, давай еще закругляй вот сюда и вот так вот внизу веди. Так, вот, давай, вот, все. Так, теперь стирай вот внутреннюю часть и клубника наша готова. Хорошо, клубника есть. Теперь линию стола, ты видишь, прямая линия есть под клубникой? Вот она где-то не возле клубники, а где-то вот тут вот линия стола. Прямую линию попробуй провести. Молодец. И смотри, за клубникой там тоже линия стола, видишь? За клубникой, уже за носиком. Здесь и здесь вот так линия ровно идет. Пробуй проводить. За носиком, да, за носиком влево и вправо. И вправо здесь тоже, да. Да, вот так идет, идет, идет. За листиком и вправо. Все, клубника есть у нас? Угу. А семечки? Да. Семечки, да. Теперь ты попробуй все кругляшочки, просто кругленькие такие, нарисовать по всей клубнике. Кругляшочки. Не закрашивай их, они будут краской закрашены. Теперь просто надо круглые нарисовать, да. Вот такие, да. Угу. По всей клубнике рисуй. И сейчас будем краской рисовать. Кто знает, какую краску нам нужно, мы будем сегодня использовать? Красный, желтый, зеленый, черный, коричневый. Так, коричневый для чего мы будем использовать? Для стола. Угу. Красный для чего? Для клубники. Желтый. Желтый для семечек. Для семечек. И больше нигде желтый не встречается? Столом. А вот здесь, вот смотрите, желтенький есть? Да. В зеленом, да, добавим желтый. Хорошо, черный нужен нам? Да, для фона. А белый нужен? Да. Для чего белый нужен? Для этих, как там, отсвечивается. Блики, для бликов, да, правильно. Так, все, значит, сейчас Ева дорисовывает у нас круглые, да, вмятинки для семечек. Давай, Ева, по всей клубнике давай рисуй. И сейчас будем уже красками рисовать. Да?
Это места, где у нас потом будут желтенькие семечки, да? Семена у клубнички получаются желтенькие, правильно? Да. Ну вот, мы сначала подсветим темным, вернее, наоборот, затемним, а потом на этом месте светленькое нарисуем. Да. Угу. И тут маленькую, да. И все, и хватит. Так, теперь моем кисточку, берем красный цвет, только чисто красный. И все вокруг этих пятнышек на клубнике закрашиваем красным цветом. Кисть можно побольше взять. Вот так вот. Клубнику и черненькие, вот эти коричневые штуки, вот эти не закрашиваем, пятнышки. Мы прям впритык закрашиваем. Смотри, давай покажу. Вот у тебя есть коричневое пятно, да, вокруг него вот так вот мы красим, вокруг. А само пятно не закрашиваем. Хорошо? Угу. И дальше следующее. До пятнышка дошли, закрашиваем вокруг. Само пятно оставляем темненьким. И все, все вот так вот красненьким закрашиваем. Справишься? Угу. Давай. Красной краски много у тебя. Можешь, кстати, палитру саму взять в руку. Тебе будет удобно. Ну, конечно. Ты одной ручкой будешь держать. А какой кисточкой? Только листики не закрашивай, Ева, ладно? Угу. Ну, их коричневым. Ты прям близко-близко закрашивай. Подходи туда к ним. Белого не должно оставаться. Либо коричневый, либо красный. Хорошо? Угу. Вот, да, все. Теперь следующую давай пятнышко закрашу. А листик не надо, да. Листик обводим, да. Да. Сейчас закрасим мы клубничку и будем красить листики у нее зеленым цветом. Сначала темно-зеленым, а потом зеленым-желтым. Краски не хватает. Ну, хватает. Подожди, у тебя там есть. Посмотри, сколько много краски еще. Видишь? Это кажется, что ее нету. Давай там зачерпываем. Угу. И прокрашиваем вниз еще. Вот тут был. До листика. Помнишь, что у нас вот тут листик, да? До листика ведешь. Все, молодец. Вот тут беленькое еще осталось закрашивать. Где видишь белые пятнышки, надо везде закрасить. Да. Молодец. Все. Вот тут поровнее соедини. Соедини полукругом вот так, поровнее, прям поровнее. Угу. Осторожно, чтобы я ногти не накрасила кисточкой. Ну и вот этот бугорок тоже сюда вниз соедини. Все, вот твоя клубника, все хорошо, останавливайся. Так, теперь мы сейчас будем зеленым, да, красить? Да, и это тоже.
Ты можешь пойти в раковине помыть, воду вылить эту, помыть, да. Давай закрашу листик. Рядом большой листик тоже закрашиваю. Аккуратненько, он остренький вверху, да? Аккуратно его. Угу. Листик-то рядом. Крась вот его, да. Остренький вверху, не забывай, треугольничком, да. И до клубнички прям доводи вниз вот сюда, доводи. Соединяй с другим листиком. Угу. И теперь следующий вот этот вот тоже рисуй. Весь-весь его закрашивай, да. Да, наводи самую зеленую краску. Туда не забудь добавить синий еще побольше. Чуть-чуть. И чуть-чуть воды. Так. Где у тебя длинная палочка? Нарисую ее. Видишь? Да, нарисую тоже. Угу. Не, ну это толстая. Это будет листик у тебя, а ты нарисуй длинную палочку еще. Нижний листик закрашивай. Угу. Хорошо. Так. Давай прямую полосочку проводи, да. И здесь до самого края проведи ее. Слева тоже, чтобы до самого края было. Угу. Вот тут тоже. Молодец. Теперь мой кисточку и делай вот коричневый стол. Сам стол делай коричневый. Можешь краску навели. Угу. И только вот этот темно-коричневый не закрашивай. Все, что ниже, закрашивай, да. А все, что темно-коричневый, оставляй как есть. Побольше воды еще добавь в краску, а то она густовата у тебя. Воды там. Туда прям перемешай, возьми палитру к себе в ручки и закрашу. Угу. Так, и закрашу. У нас лежит на столе, под ней получается есть тень под клубникой, правильно? Вот мы эту темную тень сейчас и рисуем. Это какой-то натюрморт. Да, это и есть натюрморт у нас такой. Угу. Давай еще... Еще чуть пошире ее сделай. Вот сейчас тоненькая полосочка, еще чуть пошире сделай ее. Вот здесь вот пониже нарисуй, да, сюда пошире. На клубнику только не заходи. И вообще стол у нас больше рисуется горизонтальными мазочками. Смотри, он же лежит, стол, да? И мы вот так, вот это называется горизонтальный. Справа налево как-то. Давай. Туда-сюда. Ну, возьми еще на виде. Там коричневый, желтый и белый. Угу. Все, клубник. Теперь мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот по краешку вот эти беленькие полосочки закрась. Да, и мы с тобой сейчас черный фон будем рисовать. Видишь, у клубники черный фон? Бери другую кисточку теперь. Да, сухую, которую. И в черной краской черный фон рисуй. Да, на клубнику не заходим. Так. Вот так. Ей удобнее, она же пошире. Когда большие поверхности мы с вами закрашиваем, то мы большую кисточку берем. Когда что-то маленькое рисуем, вот зернышки у клубники, мы будем мелкие-мелкие рисовать. Мы маленькую возьмем кисточку. Возьми. Там на подоконнике возьми. Где? А вот она слева. Вот тут? Да. Так, смотри, вот тут ты зашла на клубничку, надо выровнять.
Вот так берем, соединяем с тобой. Да? Чтобы клубничка у нас не была откусанная, а то как будто ее кто-то откусил, какой-то муравейчик. Вот мы сделали, чтобы она теперь была правильной. И все, ты старайся на клубнику не заходить, хорошо? Угу. Давай. Очень хорошо. На листики тоже не заходи. Угу. Молодец. Ага, вводи. Да. И вот этот большой тоже вводи. Теперь бери темной краской, обводи каждый листик, как мы сейчас, видишь, делаем. И вот этот тоже листик обведи снизу. Раз. И второй листик снизу обведи. Только снизу, не надо сверху. Снизу? Снизу только, да. Что? Вот снизу это вот тут. Снизу? Да, снизу полосочек проведи. Угу. Тень еще разочек. В темную краску окуни и проведи тень. Угу. И смотри. Светлое пятно осталось, его тоже темненьким закрась. Прям вот только вот это пятнышко и все. Да, все, отлично. Вот у нас такие листики. Ага. И теперь вот, вот тут, вот, вот это тоже следующее. Тоже вокруг желтый не зарисовываем. Угу. Теперь соединяй, смотри, вот это все, вот, все вот это закрашивай внутри. Да. Хорошо. Вот мы светлым закрасили. Теперь все остальное должно у нас уходить в красноту. Притаптываем. Вот с этой стороны еще посильнее притаптываем. Красненький еще краску возьми, красненькую. Ага. Ну все, не затаптывай. Все белое должно остаться. Вот тут вот чуть-чуть попритапчи. Капельку. Да. Кое-где. Ну все, наверное, может быть, хватит. Бабочка, получилась. Поможешь теперь? То есть тень у нас должна светлеть чуть-чуть. Да, туда-сюда, туда-сюда. Ага, хорошо. Так, и край стола темно-коричневым теперь прорисуй хорошо, ровненько. Еще в красочку окуни. Сейчас приду к тебе. Все, мой кисточку, молодец. Так, маме помашешь? Передай маме привет. Скажи, привет, мама, я нарисовала клубнику. Скажи. Мама, привет, я нарисовала клубнику. Хотела бы съесть такую большую? Хотела бы съесть такую большую. Не, я у тебя спрашиваю, ты хотела бы съесть такую большую? Да, я бы тоже. Молодец, очень красиво получилось.